Итак, перед нами бальзам после бритья Gillette MAC 3. Успокаивающий кожу после бритья. Кстати, Gillette фирма неплохая, в принципе, из так называемой доступной бюджетной косметики. Как-то я одно время брал их гели. Но потом перешел на другую фирму. Вроде прочитал инструкцию, состав точнее, данного бальзама. Алкоголя нет. Алкоголь, он, конечно, чуть-чуть, как бы это сказать, дезинфицирует кожу, но, к сожалению, алкоголь и подсушивает. Вот такая субстанция. Давайте посмотрим. Объемом 100 мл флакон. Беленькая. Легко впитывается. Запах какой? Ну, запах такой парфюмированный, хороший. Мужской. Угу. Так что сейчас я побреюсь. И вам скажу, нормально, ненормально ли. В общем, нормальное средство вроде. Попробовал я. Впитывается быстро, легко. Жирного блеска на своей морде не наблюдаю, то бишь лице. Так что можно брать. Стоил Gillette MAC 3, вот этот бальзам после бритья успокаивающий. 230 рублей, но сегодня еще акция была в магните, 20% скидка. Ну, так что отнимите еще от 230 20% от этой суммы. Ладненько. Держим связь. Так что можете брать, даже в подарок кому-то.